Несмотря на все обещания не выселять детскую поликлинику с Монастырской площади до окончания строительства нового здания, уже в феврале педиатры начнут вести прием своих маленьких пациентов, жителей старого района, здесь, в здании бывших монастырских бань. Еще несколько лет назад Октябрьский проспект был тихой и спокойной улицей. Мало машин, мало пешеходов. Но с закрытием проспекта Мира и вводом нового моста Октябрьский проспект стал достаточно оживленной улицей. В том числе там пустили автобусные маршруты 1 и 1А. На этой остановке прямо рядом с новой детской поликлиникой скоро появится остановочный павильон. А сделать такой же на противоположной стороне Октябрьского проспекта не получится из-за того, что тротуар там слишком узкий. Скамейки на другой стороне тоже поставить проблематично, потому что тогда они окажутся под окнами жилых домов. Но этот вопрос специалисты прорабатывают. К поликлинике можно подъехать и на собственной машине. Есть достаточно мест, где ее можно перепарковать. Возможно, стоянка автотранспорта и в районе, и на проспекте Октябрьский, кроме места, где автобусные остановки. И в районе проспекта Мира тоже стоянка не ограничена. И возможность стоянки автотранспорта за зданием этой физлечебницы, потому что там есть асфальтовая площадка, в принципе, туда можно проезжать и останавливаться. После переезда детской поликлиники специалисты департамента городского хозяйства будут мониторить ситуацию. Если потребуется, скорректируют режим движения автобусов и установят дополнительные светофоры или опоры освещения.